Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио. Дорогие друзья, приветствуем всех, кто настроился на волны Русского радио. Хорошего настроения желаем абсолютно всем. 29 июля, все заканчивается июль. Вчера мы веселились на главном празднике страны. День военно-морского флота. Отмечали же вы, Светлана Казарина, вот День военно-морского флота? У нас флота. Еще один главный праздник через пару дней. Не обижай десантников. Они все у нас главные. Главный праздник у нас впереди. Это День Русского радио, 2 августа. Ну, таких праздников у нас, слава богу, хватает радостных и прекрасных. И сегодня у нас еще один праздник. К нам пришли чудесные совершенно, как говорится, наша гордость и краса. Член сборной России по синхронному плаванию, двукратная чемпионка мира сейчас и двукратная чемпионка Европы чуть раньше, в миксе с дуэтом-партнером Александром Мальцевым, Майя Гурбанбердиева. Здравствуйте, Майя. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, и ее прекрасный тренер. Тренер очень заслуженный, сама в свое время четырехкратная чемпионка Европы, мастер спорта, заслуженный мастер спорта Ганна Максимова. Ганна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы сейчас за победу дуэта Мальцева и Май получите еще дополнительный тренерский какой-то, я не знаю, регалию какую-то. Заслуженный тренер, ну, наверное, в какой-то момент это произойдет. Да, наверное, в какой-то момент это произойдет. Ага, ну все, то есть уже... Там есть всякие нормативы, количество лет, которое надо отработать на сборную. Ну, вот сейчас как бы вроде бы все нормативы соответствуют. Пожалуйста, чуть-чуть отлично. Поближе к микрофону. Да, поближе, да. Окей, да, вот так, хорошо. Ну что, сразу начнем говорить об этом уникальном ноу-хау, когда мужчины стали тоже синхронистами. Раньше мы себе даже такого представить не могли. Вот теперь вы выступаете, Майя, в дуэте с Александром Мальцевым. Ну, для начала сразу хочу спросить. Я слышала так немножечко со стороны, что девочки не все, я имею в виду сборные, синхронистки, не все однозначно относятся к появлению мужчин в вашем виде спорта. Вы себя не чувствуете белой вороной? Нет, я совершенно не чувствую себя белой вороной, поскольку, ну, мужчины присутствуют в художественных видах спорта, такие как, например, фигурное катание, да, в балете также мужчины выступают на сцене, и это считается нормой, да. Поэтому просто я считаю, что так как это дисциплина микс-дуэта, да, она... Достаточно молодая, да, и просто нужно время, чтобы к ней привыкли. Адаптировалась, ну, да, она, да, в принципе, мозгу людей. Уже больше количество людей настроены положительно к этой дисциплине, что очень радует. Ну, больше, наверное, это за счет того, что посмотрели. Ну, если сравнить с 2015 годом, когда мы просто, даже выиграв чемпионат мира, казалось так уж феерично, особенно где восторжествовала справедливость, и в финале вообще там 8 тысяч человек просто скакало от радости минут 10. И несмотря на это, потом, читая соцсети, мы были в шоке в легком. Но потому что люди там было не привыкли, столько, да, отрицательных комментариев. Нет, это было подождите, совершенно... вот сразу могу сказать. Сейчас уже подошли к тому, что мужчины похожи на мужчин. Они с голым торсом, в плавках, они не накрашены. А я видела какое-то выступление, когда Мальцев был, он тогда не с Майей выступал. Нет, с Дариной Валитовой. Он был в костюме, да. Ну, то есть в купальнике, и он был накрашен. Ну, вот вы знаете, вот... И вот... это было ужасно! Нет, подождите, вы потому что смотрите трансляцию, а мы работаем на суде, расстояние от судей, да, вот у нас есть такое понятие, как выразительные глаза, да, например, если брови не накрасить, вы же знаете, да, то выражение лица... Его не видно. Как на сцене то же самое. Да, то, как и на сцене, извините. И самое главное, что там, получается, когда ты плаваешь на расстоянии 10 метров, 20 метров, он просто теряется. Он рыженький мальчик, да, у него светлые брови, не видно никогда, он их хмурит. И то, что мы красили именно с расчета вот этой дистанции, что судьи должны увидеть выражение лица. Ну а в соцсетях вам не судьи пишут. Вам пишут люди, которые посмотрели трансляцию и пришли в ужас. А люди балет видели когда-нибудь? Да, в балете вообще, вот, мужчины, вы знаете, накрашены. Вот там действительно накрашены. Притом мы его, да, на самом деле мы его накрасили настолько деликатно, но поскольку действительно, когда камеры подъезжали, то это было видно, я согласна с этим. Хотя образ его, например, Ротбарта в «Лебедином озере» и его черные глаза замечательно получились. Дайте привыкнуть. Да. Мне кажется, что все-таки некрашенные мужчины вот в синхронном плавании сейчас смотрятся более брутально, чем то, как было в 2015 году.
Ну, может быть, мы не спорим. Вы понимаете, вы у нас первые, представляете, в январе нам сказали, ну что, вперед, через 6 месяцев чемпионат мира. Быстренько ставим программы, берем двух вообще не сработанных ребят 18-летних, вообще как это, как юнцов, вы представляете, кинуть там на оборону Москвы или России. Вот, и начинаем быстро монтировать. То есть ничего не было понятно, ни правил не было понятно, в чем можно плавать, в чем нельзя плавать. Мы приехали, это такой, знаете, ну просто пристрел. Бросили вас в котел. Бросили нас в котел, вообще мы ничего не понимаем, что нужно сделать. Я пояснила позицию людей, которые в соцсетях сразу ополчились, несмотря на ваш подвиг, ваше золото. Вот. А так сейчас, мне кажется, все очень круто, очень классно, и я хочу еще раз Майю поздравить с победой. Сейчас жалко, что Саши нету. Да. Очень симпатичный парень. Он, как оказался, когда не накрашенный. Да. Очень симпатичный. А когда накрашенный, тоже симпатичный. Может, тоже симпатичный, но не очень парень. Да. Но здесь, в данном случае, я была просто в восторге от вашего выступления. Вы, конечно, были круче всех, быстрее всех, ярче всех, талантливее всех. И браво, брависсимо. Я считаю, что вот эти 3 года, которые прошла вот это... Уже получается 5 почти. Все случилось. Не переключайтесь. Те, кто смотрит трансляцию, оставайтесь с нами. Мы сейчас продолжим разговор. А всем остальным хорошего прослушивания песни и продолжим. Да, не хочется защищаться вообще. Нет, ну правильно, диалог. Я просто вам правда пояснила, почему. Вот знали, кто придет. Нормально, главное. Ничего снять свой шапку. Да, снимайте. Вы постарайтесь поближе к микрофону быть. Да, у меня есть такая проблема. Потому что очень плохо слышно. Сейчас нас ловят другой микрофон. Что ты говоришь? Сейчас уже нормально слышно. Да, уж все равно они меня оттуда из аппаратной попросили, чтобы мы это контролировали. Да, ну хорошо, продолжим. Так, по поводу смешанных дуэтов. Так получается, что вы сейчас выступаете только в смешанном дуэте. Да. А с девчонками не участвуете в этой, в общем, командном, да? А почему нельзя вот так, чтобы спортсменка могла собрать все медали соревнований? Мне очень много времени, очень много сил требуется для того, чтобы полностью воплотить задумки тренера и, в принципе, довести все до идеала. Действительно, нужно очень-очень много времени, поэтому просто... Не только это, у нас еще не совпадение графика, потому что у нас бассейн делим очень плотно. И мы даже не умещаемся в течение суток в этот бассейн, потому что с утра начинается Татьяна Данченко работать с дуэтом соло, потом группа, потом загружаемся мы, притом начиная в соседнем бассейне, иначе мы не умещаемся. Потом загружается Татьяна Николаевна, то есть мы не можем, скажем, если она тренируется в дуэте и стоит еще в группе, но это невозможно физически. То есть они должны либо тренироваться нон-стопом. Ну да. Группа тренируется 2 раза в день. И это вообще первый раз еще перед чемпионатом мира в Казани была такая мысль Дарину поставить комбинированную, но Татьяна Николаевна сказала, нет, все. Говорит, это мы не сможем сочетать, и я согласна, я вообще буду. Но с другой стороны, хорошо, что максимальное количество наших спортсменок, у нас же очень сильная школа, имеет возможность получить медали, чем больше дисциплин. Слушайте, а вот интересно, я тоже не поняла, а почему они получили, как-то вот в фигурном катании привыкли мы так, и в синхронном плавании также, и в художественной гимнастике, в художественной гимнастике другое, там есть разные вот эти, как они называются? Предметы, да. А здесь фактически происходит программа, Аллы Довлатовой. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор. Сегодня у нас Майя Гурбанбердиева, чемпионка мира по синхронному плаванию в микс-дуэте. Микс-дуэт, я еще раз только что присоединился к нашей компании, хочу сообщить, это дуэт с мужчиной. И, конечно же, ее тренер Ганна Максимова. Это я тем, кто только что присоединился к нашей компании. Мы продолжим обсуждать Александра Мальцева. Это не тот Александр Мальцев, который с добрым утром, наш знаменитый хоккеист, а это тот Александр Мальцев, юный, прекрасный, молодой парень, который чемпион по синхронному плаванию в микс-дуэте. Слушайте, не конкретно его, но вообще, когда только-только появилось синхронное плавание, только-только стали мальчики показываться, люди стали смотреть, кто-то в интернете, кто-то еще как-то, стали говорить, но это все мужчины нетрадиционной ориентации.
Почему-то ой, вот так вот. Нет, нет, ну вы же не будете, ну то есть вы можете это оспорить конкретно вот про тех, с которыми вы знакомы? Вы знаете, даже спорить не будем, потому что, мне кажется, это вообще личная жизнь каждого спортсмена. Да. Мы даже не знаем, если честно. Но синхронное честно. Плавание не означает для мужчины, что нет, ему... Это не, это 100%. Нет, совершенно нет. Так, хорошо. А у вас искра какая-то между собой просто проскакивала? Нет. Они братаны. Мы братаны. Нет, мы действительно очень дружим, мы очень близко общаемся и... Мы только друзья. Ну, подождите, но очень многие спортсмены, например, опять-таки, если мы сделаем там мостик куда-нибудь в фигурное катание, вот они так много проводят времени вместе на сборах, на тренировках, где-то еще, что рано или поздно все равно искра пролетела, и что-то происходит. Вот вы совершенно не представляете, что такое может произойти в вашем дуэте с Александром? Нет, нет. Нет, мы настолько много вместе времени проводим, да. что нам иногда хочется, наоборот, отдохнуть друг от друга. Не может такого быть. Такая красивая да? девушка. Неужели она вас ни разу ни в кино не приглашала никуда? Почему? Может, и приглашала, но не может, приглашала, я что-то я не помню. Ага, понятно. Ну, ладно, хорошо. Ну, то есть отношений личных у вас с ним нету? Нет. А с кем у вас тогда личные так. отношения, если вы все время в бассейне вот сидите? Да, просто вот такой. Вы сами ответили на свой вопрос. Я все время в бассейне, да. а с бассейном личные отношения. Ага, да. ну, то есть сколько они тренируются? Вот, ну, вот они какой? Тренируются с утра до вечера. Каждый день? Ну да, вот у них начинается, у нас поскольку одна тренировка, то есть раньше мы тренировались, когда была Михаил Куланча и там Дарина Валитова, у нас было два раза тренировка, ну поскольку она заканчивалась иногда в час ночи, то есть спортсмены совершенно не высыпались, и, ну, и другого выхода не было, тогда они были, еще, в общем, и Саша был слабенький, и, в общем, намного больше времени уходило на, даже на разучивание элементарной композиции. С Майкой они уже все побыстрее все осваивают, но все равно у нас тренировка в воде длится, ну, 5 часов, 4-5, может продлиться и 6, если идет постановка. До этого они идут в зал, после этого они идут в зал, то есть у них получается, ну, в целом тренировка часов. Так хорошо, 7 это минимум, то, что да? вы 8, в да. таком неимоверном графике, да, но неужели девушке не хочется какой-то личной жизни? Хочется, что ж поделаешь. Что вы такие вопросы задаете вообще? Смущаете вообще, смущаете. Не человеку. Да, не тому человеку, она такая у нас девочка. Я немножко, да, просто забываю о своей личной жизни. Да, как это вы делаете, научите? То есть вот так погружаетесь, сил нет, да? И, да, времени ну, нет. Хорошо, вы из такой, наверное, какой-то очень патриархальной восточной семьи. А вот нет, как родители? Нет. Нет? Нет? Нет. Я православная, так что... Ну, это не в этом вопрос. Я сейчас имею в виду, что ментальность все равно все-таки из Туркменистана, родители, наверное, строгого, строгих правил. Нет. Нет, не строгих совсем. Ой, но зато у них такие отношения, я прям любуюсь. То есть они не были против того, что вы будете в дуэте с мальчиком? Нет, совершенно нет, не против. У меня папа, он очень мягкий, и несмотря на его восточную кровь, так. Вот, совершенно он... Демократ. Не был совершенно... Да. Не был против, только то есть тот байский Туркменистан остался далеко-далеко. Не то, что не был против, он просто сидел даже на первых тренировках и так... И так мне так думал, как мужчина интересен. Прям все время так, ну вообще-то... Ну, то есть они гордятся, они очень счастливы, да? Шикарно. На этой ноте сейчас сделаем небольшую паузу, потом продолжим. Выше неба парус. Звонят люди, но мы не будем. Нам надо окей? обязательно, вот прошу. Мне лично да. обязательно нужно поблагодарить людей. Это давайте, вообще, я, когда мы начинаем... Только не эти, только не фирмы. А вы что? Нет, своих родителей. А, это да, я имею в виду, чтобы не было там благодарим, такую-то компанию там, и так далее. Потому что нам не жалко. Давайте честно. Не знаю. Ни одни нас компании не поддерживают. Да, все ясно. Нет, ну про родителей, про ваших, это отдельный будет блог. Да. Мы все про них нашли. Да. Просто, нет, это будет отдельная история, поэтому про олимпийское будущее давайте сейчас поговорим. Вообще, вот какие шансы, что введут миксы в олимпийскую программу, в ближайшую? Вообще все вилами по воде. То есть на самом деле, вот так же, как могут вести, так же могут и не вести. 50-50. А когда вы об этом узнаете? А мы об этом узнаем, я думаю, что не раньше 2020 года. Игры будут в 22-м? Да.
24-м. Летний. Нет, в 20-м это Олимпийские игры, а следующий 24-м. В 20-м вы уже не включены. Я поняла. Так, ну вот, в принципе, синхронистки, они же долгожительницы. Я имею в виду в этом виде спорта, правильно, да? Ну, то есть да. Вы еще до 24-го года планируете тренироваться. Да, вы лично. А еще до 30-го. Ну, знаете, как сказал Билл Мэй, я, говорит, даже если я на коляске приеду, но я до Олимпиады дойду. Но он рассчитывает, что в 24-м году, потому что... Ну, нет, это было давно, еще в 2015 году он такой сказал на конференции. Я буду ждать своей Олимпиады, даже если я на коляске туда приеду, я до Олимпиады дойду. Но он был чемпионом, он в 17-м был. Да, в 15-м был чемпионом мира, и больше он не был. Ну, больше не был. А остальное дальше было? Скажем так, в 15-м году он был чемпионом, потому что... Потому что судейство было необъективным. Да, я это читала, я помню, что американцам сделали подарок. И все мое уважение, и, в общем, мы даже сами... эту тему закрыли, я попросила журналистов эту тему не обсуждать, потому что для нас это было такое вот дань уважения Билл Мэй, потому что действительно, если бы не Билл Мэй... Но он первый синхронист. Он первый, но если бы не он, вообще бы не было никто этой программы. Почему? Чемпионата мира. Ну, потому что они пролоббировали фактически. Американцы, понимая, что он может быть первым, они все. То есть, если бы не он, вообще бы неизвестно, когда бы все это ввели, потому что это настолько неожиданно все ввели, просто какой-то... Что ли, да? Это вообще очень смешно было. Ну, честно говоря, мне кажется, мы бы особо и не пострадали. Ну, выполняла бы она это в дуэте не с Мальцевым, а с кем-нибудь из девчонок. Я в тот момент была в юниорах. Она еще в юниорах. Нет, это понятно. Я говорю, в принципе, если бы не вели бы миксов... Нет, мы не пострадали. Мы бы не пострадали. Конечно. Поэтому, по большому счету, ну что вы? Ну, так все да? равно все-таки. Хорошо, нет. Приятно, что еще одна медаль у нас с нашей стороны, да? Ну да. Да. Ну, я просто боюсь, что ему, ну, хорошо, но поедет он на Олимпиаду. Джайм, вы пришли в синхронное плавание вместе со старшей сестрой. Что, я прочитала? Нет, не так было? Ну, Что-то переврали? Она старше меня на 12 лет, да. И она пришла, естественно. Ну, понятно, раньше. Но сейчас у вас случилась судьбоносная такая, ну, счастье в спорте. А у нее? Она до большого спорта дошла? Как ее судьба сложилась? У нее были перспективы, причем очень неплохие, но просто она с самого детства раннего очень хотела тренировать. И, по-моему, если я не ошибаюсь, в 17-18 лет уже закончила профессиональную свою карьеру и пошла тренером. Тренером. Да, поэтому сейчас она родила двух детей. И сейчас благополучно работает тренером, безумно нравится ей эта работа. И она сейчас... тренером взрослых работает или детей? Нет, детским тренером. Да. Если говорить о детском синхронном плавании, вообще это дорогое удовольствие или нет? Ну, знаете, я считаю, что это достаточно демократичный вид спорта. Если сравнивать с той же самой художественной гимнастикой, у нас как-то все достаточно дешево. То есть, да, мы платим, ну, например, я сейчас развиваю свою школу, мы платим за воду, но это все равно все в рамках как бы допустимого. То есть, не сравнить ни с каким техническим видом спорта уж. Так, подождите, Ганна, сейчас я скажу. У меня здесь есть табличка. Да. Табличка. Может, я что-то не знаю, конечно. С денежками. Сколько это стоит? Значит, смотрите. Один раз в неделю. Этот абонемент называется развлекательный. Ага. Для малышей 4 800 в месяц, 1 200 занятия. Да, да. Для детей чуть-чуть дороже, 5 200. Да. Для юношей 5 600. И для взрослых тоже могут прийти в вашу школу. Да, да, 6 000. Ну, уже сейчас это все поменялось, потому что у нас сейчас другой бассейн, другая система немножко. Сейчас мы расширяем немножко не только в сторону спорта, а в сторону артистическую. То есть у нас будут и цирковые жанры. Поэтому сейчас вот это не совсем актуально, потому что вы считаете? Я понимаю. Ну, то есть, но это в данном случае в частной школе. Где да, действительно... к сожалению, я на тех же самых правах, как и любой тренер, арендую дорожку. Да. Несмотря на то, что я ведущий тренер-специалист в микс-дуэтах. А есть ли секции, где это бесплатно проходит? Вот чтобы ребенка, например... Вы знаете, я не знаю. Государственные школы, МГФСО, да. То есть если люди идут, попадают в МГФСО, да, мы даже вот берем детей, которые уже, в принципе, в других школах просто не отбираются, да, то есть мы берем в каком смысле, потому что они у нас, мы развиваем два направления, спортивное и артистическое, потому что вообще моя семья,
помимо того, что они тренеры спортивные были, да, ну, заслуженный тренер mm-hmm. России, мой папа уже покойный, моя мама, те, кто стояли в истоках вообще российского синхронного плавания, можно считать одним из. Вот. И они, помимо этого, у нас уже в следующем году будет 40 лет, как существует такой коллектив театра на воде. Представляете? Mm-hmm. То есть мы занимаемся параллельно. Так, сейчас поехали. Сейчас сделаем. Да. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, сегодня с нами выдающийся тренер, выдающаяся его спортсменка, Майя Гурбанбердиева, двукратная чемпионка мира, которая вот только что буквально приехала с чемпионата мира по водным видам спорта с золотыми медалями. Ну и Ганна Максимова, тренер. Можно я вас поправлю? Да. Сразу, потому что у Майи есть замечательный тоже тренер, Татьяна Апанасенко. Ей большой привет мы сейчас передадим. Да. Которая вот ее... Да, вы в данном случае просто, когда тренер вы говорите Майя, да, я тренер все-таки микс-дуэтов. Вы знаете, я с удивлением узнала, мы сейчас говорили за пределами эфира о том, что ваш папа, Владимир Николаевич, он стоял у истоков синхронного плавания. Мы с мамой. Но не это я узнала. Это я понимала, конечно, да, что вы из традиционной семьи тренеров, спортсменов. А я с удивлением узнала, что он пригласил Майю Плисецкую в свое время на выступление, потому что девочки танцевали, команда танцевала под «Лебединое озеро». Да? И когда Майя Михайловна пришла, посмотрела, по всей видимости, настолько сильно прониклась, что написала письмо председателю спорткомитета СССР товарищу Павлову о необходимости создать Федерацию синхронного плавания. И стала Майя Плисецкая первым президентом Федерации синхронного плавания. Вот я только сейчас узнала об этом, готовясь к общению с вами. Все правда. Все правда, да. Они фактически был еще Белаковский такой вот. Они пригласили. Вот у папы была такая вот идея фикс. Давайте вот для того, чтобы дисциплина развивалась, вот нужно вот вообще вот такое лицо, которое имеет отношение и к искусству, и к спорту. И поэтому он много раз об этом говорил, и в конце концов все-таки они осмелились, тогда все-таки это все попроще немножко было, вот не было такой дистанции со звездами, скажем так. Но Майя Михайловна, Майя в принципе, Михайловна человек была... такой особенный да, была, да, и Майя Михайловна особенный. Все талантливая, очень ярко воспринимала и принимала, мне кажется. Да, и вы знаете, вот это, конечно, было потрясающе, потому что благодаря тому, что она стала президентом Федерации, я считаю, что это был очень такой хороший толчок для российского синхронного плавания. В какой-то момент к нам приезжали, был такой турнир на приз журнала «Советская женщина», международный, первый такой серьезный турнир в стране, и к нам приехали тогда те девушки, которые потом стали олимпийскими первыми чемпионками, американки, и канадки, две сестры Вилагас, и когда им вручала приз Майя Михайловна Плисецкая, вы представляете, они стояли, у нас даже такие фотографии есть у меня вот в архиве у мамы, да, когда они стоят с таким благоволением на нее смотрят, ну, конечно, восхищение, вы представляете, да, для них. И я считаю, что это вообще было такое вот, она как крестная мама нашего вида спорта. Да, и именно поэтому вид спорта по-прежнему мы первыми и остаемся и будем оставаться, и это, мне кажется, уже неизбежно. Ну, потому что ее путеводная звезда будет всегда сиять на небосклоне и освещать ваш путь. Слушайте, а вот скажите, в чем все-таки отличие нашей школы синхронного плавания, раз уж я так себя сейчас восхвалила, ну, нас всех, от зарубежной? Вот мне интересно, Майя, как ответить. Да, как Майя ответит на этот вопрос? Я думаю, что, конечно, безусловно, это твердый такой кулак, состав наших тренеров, потому что такого отношения к спортсменам, такого отношения к своему делу нет нигде. И... Такого это какого? Безжалостного? Нет. Ответственного. Нет, ответственного и действительно... Фанатичного. Вот, да, и фанатичного. Вот я сейчас буду отвечать именно за, скажем так, за наше трио, за микс-дуэт. И я считаю, что чем отличается именно вот российский микс-дуэт, тем, что Ганна Владимировна, она свои постановки основывает именно на образе. И потом до нас... доносит свою идею, просто вот действительно мы можем потратить, ну, минут 30, наверное, от тренировки для того, чтобы просто прослушать музыку, прослушать там каждый акцент. Причем очень глубоко внедряется. Очень глубоко, даже бывает такое, что, например... Чип в
вставляют вам в мозг. Да. Можно и так сказать. Именно так. Бывает даже такое, что вот есть какой-то акцент, который, ну вот никто не слышит, и Галина Владимировна нам говорит. Да, у меня вот есть. Вот вы слышите, вот я хочу там вот такое вот движение на этот акцент. Мы с Сашей поворачиваемся и говорим, какой акцент, где? Он говорит, ну вот, вот вы слышите, начинает у прокручивать музыку. Да, и потом, когда она нам просчитывает музыку и находит счет, на который есть этот акцент, говорит, сделайте мне такое движение. И только после этого, да, вот мы там делаем раз, делаем два, потом смотрим на видео, ага, точно, там есть, оказывается, этот акцент. То есть, ну вот, в общем, вот такое общем, вот отношение, ну, действительно, так, очень-очень глубокое. Ну так также, наверное, и китайцы, они же нет, тоже она сейчас очень говорит конкретно обо мне. Да. Я хочу все-таки сказать вообще о нашей сборной, потрясающе. О наших тренерах. Ну, во-первых, конечно, все-таки я начну вот, по порядку, да. Были замечательные тренеры в свое время. Маренькова Максимова, да. Моя мама, и Зо Александр Бомбьер. Это было два клуба таких самых сильных. Это Труд и Буревестник. Вот две команды, которые соревновались, и два человека очень творческих, да. Ставили совершенно нереальные композиции. Я вот так вспоминаю чемпионат Москвы, например, в Олимпийском. Вот, представляете, Олимпийский, да, 2000 мест. Да. И они практически были забиты. Чемпионат Москвы. Выступала команда «Буревестник», я как сейчас помню, композиция «Риорита». Летели вообще совершенно феерично цветы в воду. Девушки такие красивые вывывали с этими цветами. Это все было вообще какой-то просто праздник. И тогда еще разрешены были предметы. Я помню, когда мама делала турадор, они в конце вдруг отсюда вот так вынули веер. Это было вообще что-то. Это просто там в Тбилиси, там все мужчины на них смотрели, на этих девушек. И вообще... Браво-браво. Вот. И вот это вообще высокохудожественная история. Да. Высокохудожественная история. Она длится до сих пор, потому что вот уже потом, естественно, появились тренеры, как Татьяна Николаевна Покровская, которая потрясающе ставит композиции. Вот сейчас, вот я вам честно скажу, вот сейчас она ставила «Плавецкие пляски», комбинированная программа. Ну вот не потому, что это Татьяна Николаевна, она мой шеф, и я подхожу ей, там, скажем, да, в уши там что-то заливаю, а потому что я стою, и у меня слезы. Вот я начинаю, когда я вижу вообще какие-то гениальные вещи, у меня такая немножко особенная чувствительность, я почему-то, мне хочется заплакать. Ну, я смотрела в этот раз ее комбинированную программу «Поэтские пляски», и первая моя реакция вот была такая. Я подошла и сказала, Татьяна Николаевна, это шедевр. Вот вы понимаете, и вот, вот эта высокая художественная история плюс необыкновенный фанатизм. Вот я вот даже могу перечислить наших тренеров, ну сколько они лет уже работают. Ну а там Елена Анатольевна Грызунова. Вы представляете, сколько лет она... Я еще была спортсменкой, это, извините, в 96-м году я закончила. То есть она с 93-го, с 94-го года находится в сборной. Это человек, который тоже отдает себя настолько вообще полностью, забывая вообще о своей семье, обо всем, да. То есть это фанатизм, совершенно помноженные вот, на трудолюбие, да, на трудолюбие, на высокую, да, художественную вот, да, эту вот, да, да, действительно, составляющую. Все понятно. Жалко, что конкуренты из других компаний, из других стран не понимают сейчас, а то бы они бы тоже бы взяли на заметку. Ну, так, что у нас по времени? Да я шучу. Я имела в виду. Да. Так. Так, что у нас по времени? У нас еще будет игра. Да? Ух ты. Да. Игра у нас. Скажите, правда ли будет игра небольшая? Ну, вам будет легче, вы будете вдвоем. Если одно и те же, вы будете советоваться, как знатоки. Ну, вопросы на спортивную тематику задавать. Нет. И три варианта. Я плохо спала. Не страшно. Интуиция. А как у вас с интуицией? Нет, у меня все отлично с интуицией, когда я слушаю. Вот, вы будете слушать вопросы, включайте интуицию, и все. Но это не самое страшное, это просто баловство такое, да, маленькое. Вы отвечаете. Слушайте, а вот как говорят, что тренер как мать? Да. Ой, ну это, не знаю, вы знаете, у меня-то мама тренер. Да, и мама вас тренировала? Да. Сама же? Да, мама же сама. Ну а вот как сейчас? Что? Играй сейчас. Сейчас? Ну хорошо, сейчас мы договорим уже здесь. Ну так а как вот мама же, наверное, где-то жалко? Ой, вы знаете, я, наверное, вот при всем том, что я, с одной стороны, там, может быть, я рада, что мама была моим тренером, с другой стороны, это очень просто отношение с мамой. Портит? Ну, конечно, ты просто теряешь маму и приобретаешь тренера.
То есть вот даже сейчас я еще проживаю отголоски того, что когда-то она была моим тренером, да, хотя, уж кажется, уже давно не тренер. Mm-hmm. Вот. Ну и вообще сложно, когда в семье все профессионалы одного дела, mm-hmm. и ты живешь 24 часа. Но у вас был шанс не пойти в синхронное плавание? Или это решение было принято? Нет, у меня был шанс, более того, я очень поздно пришла в синхронное плавание. Я сначала вообще, мы с братом, у меня же брат, uh-huh. двойняшка, сосудистый хирург, врач, и он тоже когда-то вот, вместе нас кидали во все виды спорта, пробовали uh-huh. там. Мы везде болтались, как, извините, uh-huh. понятно что. Вот. Даже в спортивной гимнастике с моим ростом меня вообще додумали в спортивную гимнастику отдать. Ну, мы везде прогуливали, вообще нигде мы серьезно не занимались. А потом в 80-м году мои родители были приглашены в Московский цирк на программу «Звезды Олимпийской арены». Вот с этого момента у нас появился вот театр на воде, коллектив. Постепенно так сложившийся в театр на воде. И вот тогда я безумно хотела цирк. 10 лет, все, я дитя решила. Все, мы я пошли иду в цирк. Да. Так, извините. А что мы делаем? Дорогие друзья, можно я выйду? Такие смелые две женщины и так испугались маленькой смешной игры. Майя Гурбанбердиева — это чемпионка, синхронистка в микс-дуэтах, и ее тренер микс-дуэтов Ганна Максимова сегодня здесь с нами. Прославленные спортсменки обе, одна уже теперь и тренер. Прославленная. Все легко, все элементарно. Как у вас, девочки, с интуицией? Плохо. Плохо? Да. Спортсмен... Хорошо, когда доверяем. Так, а вообще спортсмену нужна интуиция? Спортсмену нужно слушать тренера. И все. Вот, да. Как всегда. Вы слушаете? Я вас тренера? Слушаю. Да. Хорошо. Игра называется «О спорт». И правила очень простые. Я рассказываю о каком-то спортивном событии, даю вам три варианта. О, боже мой. И вы мне говорите, какой вариант верный. Смотрите, синхронное плавание зародилось как мужской вид спорта. Это было в 1882 году в Англии. В 1891 году в Берлине прошли первые соревнования по синхронному плаванию среди мужчин. К участию в этих соревнованиях в Германии, в Берлине, в 91 году, позапрошлого века, допускались, внимание, только холостые мужчины до 25 лет. Этого не было в моей диссертации. Второй вариант. Вы не из моей диссертации это взяли, нет? Нет? Может быть, не все да, из вашей да. диссертации. Только женатые мужчины, которые же оставили потомство. И уже было не жалко да вы что, их там в этом бассейне. Что там происходит? Да. Или пловцы любого возраста. Пловцы любого возраста. Вы так прямо... Громче. Вы отвечаете, да? Нет, вы знаете, я вам так скажу. Да. Самое интересное, мне удивительно, что вы начали об этом говорить. Дело в том, что я писала диссертацию «История водных зрелищ от Древнего Египта до наших дней». Так. И половина этой информации находится там. Но вот то, что вы сейчас говорите в конце, вот эти три вопроса вы задаете, вот такого у меня точно там не было, поэтому здесь я... Включайте. Ну, пловцы включай... любого возраста могли участвовать так, там. А что там еще? Какие два варианта? Давайте посмотрим. Холостые парни до 25 или те, которые уже ну, ими оставили потомство? Да точно такого не было. Любого возраста, мне кажется. Но все правильно. Да? Ответ принят, ответ правильный. А вы запоминаете. Для следующей, это я уже говорю сейчас о Майе, для вашей диссертации. Вам же тоже когда-то надо писать будет ее. Ну, я... Она не в этом я не в этом. А вообще есть какие-то ограничения у синхронистов? В каком плане? Вы имеете в виду где? Возрастные, вот теперь. Нет, ограничения это организм. Да, да. На самом деле нет. Вес, ну, конечно, есть эстетические вообще требования. Это все-таки эстетический вид спорта. Другой вопрос. Ну что, вы взвешиваете, если она поправится на 2 килограмма? Да. Сейчас. Не допустят? Нет, допустят и допустят. Вопрос, насколько... Ну, рот зашьют. Нет, мы такие вещи не делаем. Она сама себе, она очень требовательно себе относится. Проблема с весом — это просто не то, что кого-то не допустит. Просто человек, который к себе требовательно относится, он не позволит себе в плохом весе выйти на старт, скажем так. Человек, который себя любит, любит себя любым. Ну, это другая история. Это не совсем... Но это не про спорт, нет, да. Я себя не люблю, не очень. Хорошо. А, второй вопрос такой. Ну, мы берем спортивные вопросы. В 1900 году в Париже прошли вторые Олимпийские игры. Кто из женщин стал самой
первой олимпийской чемпионкой на планете? Даю вам три варианта. Вот здесь включайте интуицию. Вообще к спорту, конечно. Это была британская теннисистка Шарлотта Купер, которая выиграла в одиночном и смешанном парном разряде. Это была Хелен Барби, американская яхтсменка. Или это был голландец Альдейх Кобус, который сменил пол накануне Олимпиады. Ну нет, ну это, скорее всего, первый вариант. Я тоже за первый. Вы думаете, что это Шарлотта Купер, которая выиграла в одиночном и смешанном парном разряде, британская теннисистка? Ну, я думаю, что да. Так. А вот не знаю. В Париже. Ага. В Париже. Так, ну... Давайте голландца выберем интереснее. Который сменил пол, да? Так, еще раз второй, что там у нас? И еще была Хелен Барби, американская яхтсменка. Ну, яхты-то были, что ли, тогда, но уже в Олимпиаде. Вот этот момент такой. А теннис был смешанный тогда? А почему смешанный? Теннис, просто она выиграла в теннис. В парном и смешанном? В одиночном и смешанном парном разрядах. Мне кажется... Знаете, я не знаю, честно. Давай, Май. Я за голландца. Вы за голландца? Да. Ну, на самом деле, у вас все в порядке с чувством юмора. Это да, очень да, приятно, да. Майя. Вы сегодня открылись к нам с этой но стороны. Все-таки теннис, мне кажется, нет? Хелен Барби. А, да? Швейцарская графиня американского происхождения, яхтсменка, первая в истории женщина, вот участвовавшая так, в Олимпийских играх, а также первая олимпийская чемпионка. В замужестве ее зовут Элен де Пурталье. Ох, вот. А, кстати, Адельхейд Кобус – это вымышленный персонаж. А, да. Хотя он вам очень понравился. Я сейчас сменил пол, я так думаю, это какая-то прям, это уже прям история какая-то вообще из нереальной. Так, ну слушайте, ну давайте так, под занавес. Давайте вопрос... так, реклама, а потом продолжим. Давайте. Ну хорошо, но курьезный будет вопрос. Готовьтесь, курьезный. Вечернее шоу «Алгоблатовый». Ну слушайте, не спросили, что у нас по спорту? Ну хорошо, в следующий раз будем играть про искусство. Почему нет? Да, мы просто готовились все-таки. Спортсмены пришли, поэтому мы готовились к спортсмену. Нравится эта песня? Да. Мы будем танцульки делать тогда под нее. Ну что? Господи, жопа на замучить завершение. Нет, это в конце уже, когда мы попрощаемся, мы сделаем танцульки вот здесь на сцене, потом я это ускорю. Уже серьезно? Да, это будет смешно. Майя будет танцевать. Не, а вы будете руководить, да? Да. Хорошо, ладно. О, боже мой. Не, ну Майя танцует классно. Вы так с ним классно. Да? Да. Ну вы вот это делали. Вот это. Очень мне понравилось. Что это? Это ваш номер, это, который наверное, был... А, это, наверное, Синг-Синг. А, Синг-Синг? Да, наверное. Я как бы привыкла. Нет, значит, вы делаете комплимент тренеру. Потому что если вы говорите, что классно они танцуют... Хорошо танцевали. Очень комплимент. Не, очень хорошо танцевали. Ну, я имею в виду, там-то внутри понятно, что это уже другое совершенно. Я имею в виду на суше то, что делали. Вот, кстати, суши нам сложнее всего дается, да? Да. Вот они на воде, вообще синхронисты – это удивительная вещь. Потому что я, когда ездила, я преподавала очень много за рубежом. И это везде такая же история. У нас синхронисты, когда в воде, они как рыба. Да. На суше тоже как рыба. Я так говорю. Все равно, что рыбу вынуть и поставить на сушу. Вот совершенно. То есть очень многие просто не двигаются. Не сочетают вверх с низом. Есть такая проблема, потому что в синхронном плавании у нас... разрубленно. У нас либо ноги, либо... Вот, и когда их выносишь на сушу и начинаешь просто в какой-то момент давайте ходить. То есть они там просто пойти, вот, например, на помост, да? Не то, чтобы просто ходить. Вот мы, я не знаю, мы часами это делаем ходить. Часами. С ума сойти. Я ж не говорю про то, что... Никто даже не ожидал, не представлял себе такого. Кажется, что все сделали. Конечно. Да, конечно, всегда казалось. Ну, там очень... Там, конечно, когда команда... Понятно, что все очень тяжело, потому что это синхронно. Когда это синхронно, да, это понятно, что это трудно. Но, с другой стороны, ну, кажется, что... Вы не видели нашу военную композицию? Нет, не видела. Я про нее прочитала. Я еще хотела посмотреть. Но не успела, да. Как она называется? Ну, это мы... Нет, мы взяли музыку Тривердиева, замечательно. Мы сделали вот такую военную композицию. И вот эта суша, которая там, посмотрим, да, мы ее вставили, вообще композицию ее поставили, мы ее вставили, наверное, месяц.
потому что мы вот страшно было, потому что вот это драматическое актерское мастерство у них нет. Им как обычно говорят, ну, глупо, когда они работают, остаются на танцевании, так здесь мы улыбаемся, здесь мы бровки хмурим, здесь они масочки одевают, и все. Мы же по-другому работаем. Я не изначально вот по образу, да, мне нужно понимать. Ну, чтобы это было органично. Да? А вот у вас Мальцев получается. Сначала выступал с Дариной, да. А сейчас выступает с Майей. Да. А Дарина. А потом еще Кланча была, Михаил. Да. Ну а вот это как? Это так же, как у фигуристов. Почему вот вы взяли и поменяли? Нет, это не мы поменяли. У нас нет, скажем так. Первую спортсменку мы не меняли. Я, в общем-то, была за то, чтобы Дарина дальше продолжала. Но у нас это же не олимпийский вид программы. И Дарина попытала свой шанс стать в команду, чтобы попасть на Олимпиаду. Mm-hmm. Не встала, не попала. Mm-hmm. Более того, сейчас вообще просто ушла. Mm-hmm. Никуда. Было для меня это было ее большой ошибка, потому что стояла бы она в дуэте, не было бы Михаила Кланча, мы бы спокойно выиграли следующий чемпионат мира. А потом дальше вообще смешная ситуация. Когда она ушла, у меня вообще не было спортсменов, у меня не было выбора, мне единственное, кого предложили, это Михаил Кланча, потому что ну, все там на Олимпиаду стояли. Мне очень было сложно, потому что... Так, а Мальцев куда делся? Мальцев. Вот с Кланчой они. Да, то есть он один год был, да, один год был. Кланча это Михаила девочка. Я поняла. Да, я просто думала, как кто это? Михаил Кланча, девочка из МГФСО тоже. Михаил Кланча это девочка? Да, вы думаете, я поэтому поправила. Михаила Кланча. А, Михаила Кланча. Да, вы думали Михаил? Я думала Михаил Кланча. Нет. Поэтому я ей поправила. Да, Михаил Кланча это девочка, которая встала вместо Дарины. И вот с ними 2 года выступали. И вот здесь уже я сама. Потому что после 1-го года я сказала Татьяне Николаевне, меняйте. Татьяна Николаевна сказала, нет. То есть у нас такое немножко такая даже была конфликтная ситуация на теме. Вот, она не заменила и чемпионат мира мы все-таки медаль потеряли. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Итак, дорогие друзья, под занавес нашей игры о спорт нашим сегодняшним гостем. Чемпионки, двукратной чемпионки мира по синхронному плаванию в микс-дуэте Майе Гурбангердиевой и ее тренеру Гане Максимовой задаем такой вопрос. Нужно выбрать наиболее правдоподобный ответ. Итак, Кейтлин Керн, которая принимала участие в марафонском беге в Нью-Йорке, не смогла прийти на финиш первой, потому что... Внимание! Mm-hmm. Она так проголодалась, что за время забега она быстро залетела в закусочную, схватила там какой-то бутерброд и и в результате опоздала. Второй вариант. Ее отвлек от бега жених, который предложил Кейтлин стать его женой. И третий вариант. Она так увлеклась выкладыванием селфи себя в момент бега. Ну, конечно же, и это. Ну, так что? Ну, понятно, что не перестала. Что забыла о финише. Это в каком году ты была? Насчет селфи-то. Не скажу. Я за первый вариант. Кейтлин бежала. Проголодалась. Потому что она все время хочет есть. А я за второй вариант. Вы за жениха. Да. Это более романтично, и мне кажется, это похоже на правду. Похоже. Ее действительно в какой-то момент спортсменка заметила на обочине, где стоят зрители своего возлюбленного, который, его mm-hmm. звали Деннис Гелвин, который махал ей руками и подозвал ее к себе. Вот это было так. Значит, ну, она, пробегая мимо, подбежала, мол, дескать, что? Mm-hmm. Он тут же на одно колено открывает коробку, там кольцо, выходи за меня замуж, кричит он как ей. Она хватает кольцо, надевает его на палец, говорит, yes, окей! Сейчас я добегу. И побежала, но время было уже потеряно. Я тебе позвоню, когда я добегу. Да, да, время было потеряно, и она проиграла этот финиш. Вот интересно, как она потом к нему отнеслась? Как ему отнеслась? Вот а даже... как вы думаете? Ой, я не знаю. Сняла кольцо, сказала. Вот они, настоящие спортсменки, да? Да. Представляете, человек готовился. Вот, наверное, я не знаю, в этом было ли много ли любви, если человек вообще рискнул карьерой своей женщины. Не знаю. Ну, скажите, как вы думаете? Как дальше было? Как дальше сложилось? Много ли в этом любви, можно ли рисковать карьерой человека, которого ты любишь? Я считаю, что нет.
потому что это эпатажная ситуация, да, и если человек действительно любит, наверное, понимая вообще, сколько спортсменка тренируется для того, чтобы получить этот результат, я считаю, что это, ну, в этом нет никакой любви. На мой взгляд. Угу. Надо поддерживать. Ну, конечно. Ждать. Человек, который отдает всего себя, наверное, значит, это говорит о том, что это для него предельно важно. Да? И вот у нас, кстати, сейчас такие тоже, ну, слава богу, не во время соревнований, такие тоже ситуации случаются, когда она там на пьедестале предлагает. Ну, это все красиво, это хотя, например, у каждого... Хотя бы на пьедестале. Да, ну, это хотя бы, да, это на пьедестале. Хотя в момент у меня там, да, у меня в этом... Да. Я считаю, что это такая личная история, и она должна вершиться не на глазах у всех. Ну, каждому, каждый к этому по-разному относится. Но во всяком случае это никак не вредит карьере. А когда вот так, я считаю, что это неправильно. Ну что, а вы бы отказали такому жениху? Да, Майя? Она я бы не подбежала. Она даже не подбежала. Поэтому вы чемпионка мира. Да? А Кейтлин Керн, небось, многодетная мать, живет где-нибудь в штате. Она единственная, чтобы сделала, завернула в киоск, где можно было поесть. Судя по ее ответу. Слушайте, но с вами очень хорошо. К сожалению, эфирное время наше подходит к концу. Приходите в гости, выигрывайте все. Я желаю вам от всей души, чтобы в следующий раз, когда вы к нам пришли, вы мне уже сообщили. Можно поблагодарим прям 2 секунды? Да. Я хочу поблагодарить всех тренеров наших. Естественно, я хочу поблагодарить свою маму и своего папу, заслуженных тренеров России, которые, благодаря которым вообще эта победа для меня случилась. И я хочу поблагодарить Татьяну Николаевну Покровскую, главного тренера, которая в свое время вообще мне доверила этот вид, да, и поверила в меня, и таким образом поддерживала меня. Наших тренеров, всю нашу тренерскую команду, потому что, равняясь на них, мы приходим к таким результатам. Это Елена Анатольевна Грызунова, это Марина Григорьевна Терехова, это Екатерина Пискарева, Татьяна Данченко, безусловно, которая задает нам самую высочайшую планку. И для ребят это является, все ее дуэты являются референсами. Да? То есть, и вообще хочу поблагодарить всех тех тренеров, Татьяну Юрьевну Апанасенко, которая тренировала Майю и дала вот такую спортсменку мне замечательную в дуэт. Тренеров, которые вообще создавали эту дисциплину, тренеров, которые... понемножку там где-то, каждый в своем углу, но делают эту работу, вообще создавая наш вид мы спорта. Мы присоединяемся к этим. А я тоже хотела бы быстро от лица нас с Сашей, хотела бы поблагодарить нашего тренера, это Галину Владимировну Максимову, и за ее труд, невероятное просто терпение, за колоссальное, за то, что все эти 5 лет она действительно ставит такие программы, которые заполняют сердца абсолютно всех, и просто сказать огромное спасибо за такой результат. Спасибо. За сейчас можно поблагодариться после того, как мы выключим микрофон, потому что вы напротив друг друга сидите, это самое ценное. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на русском радио.